Итак, приблизил я камеру. Неудобно, правда, клеить, не видно ничего. И свет перекрываю, но все же попробую, постараюсь. Итак, первая часть у нас, это мы будем наклеивать переходник на процессор. Видим, что пазы у нас сверху. Вот они. Переворачиваем. И клеить будем вот сюда вот. Вот на эту полоску. Так. Вот. Данная метка у нас означает вверх. То есть она непосредственно к центру. Сюда садится уголочек. Видно, вот так вот видно. Видите, здесь уголочек. Уголочек у нас указывает, что вот к этому уголку направление вниз. Так, ну, понеслась. Прошу прощения, я сейчас в камеру, в видоискатель не смотрю и, как получается, не вижу. Так вот. Так. Ну, попробую вот так вот прижать сейчас. Ну вот, вроде посадил. Теперь все это хорошо прижми. Клеец. Чтобы села, здесь прям видно, как сквозь. Вот. Впрочем, и села вроде. Вот так вот. То есть одну пропускаем, один ряд контактов, и приклеиваем. Уголочек у нас снизу. Вроде ничего не торчит. Контакты хорошо проглядывают через отверстие переходника. И контакты на переходнике тоже достаточно хорошо сидят. Так что клеить переходник вот так вот. Все, с процессором мы разобрались. Сейчас перейдем непосредственно к материнской плате. Будем срезать ушки, которые мешают сесть процессору в сокет.